Пилипенко Кристина, Отблаская СОЖ номер 3, 8 А класс. Блокадная книга, Данил Гранин. Ленинградские дети разучились ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились. Так же, как их мамы и бабушки. И так же, как их первыми умиравшие отцы и дедушки. Люди, даже дети, не плакали и не улыбались. Об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Берцек своим ленинградском: горе больших наших слез. А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было, не хватало на работу, на жизнь. Когда минула страшная зима смерти, голода, женщины однажды что-то сказали. Сделали при ней, почувствовала. С лицом моим происходит нечто. Какое-то непривычное положение мышц. А этот человек снова заулыбался. Помню, как стояла за хлебом, говорит нам, но грустно смотрит куда-то глубоко в себя. На ту блокадную 30-летнюю Галю, певицу Ленинградской академической капеллы, Галина Александровна Марченко. У нас был только большой двор, и нужно было стороной как-то обойти домика полтора, а там была булочная. Я помню, мы стояли в очереди с вечера, стояли сутками, напяливали на себя абсолютно все. А мама не могла, в общем, двигаться. Она скорее как-то склабла. Она все время грела мне кирпичи. У нас на буржуечке всегда лежали кирпичики. 2 или 3. Я устраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреваться. Помню, замерзну, приползу домой, мне дадут другой кирпич. И я опять, у меня силы было больше, уползаю вместе с кирпичом. Помню, мама меня просто обогревала этими кирпичами. Но в конце концов я получала свои по 125 граммов хлеба и возвращалась домой. Бывало, что вы смеялись? Мы смеялись, в общем, я не помню такого случая. Мы вообще не разговаривали, что просто сил не было. Нет, не могу вспомнить, чтобы я смеялась. Я все время сходила карточками, потому что мама боялась потерять их. Ведь это же смерть. А вы плакали? Нет, и плакать не плакали. Просто уже было как-то безразличие. Мы уже не спускались в бомбоубежище, а просто закрывались у тебя дома и никуда не ходили. Вот нам рассказывала одна женщина, как она впервые после всего пережитого улыбнулась. И как сама удивилась этому забытому мышечному движению. Вы помните свою первую улыбку? Про улыбку я не помню. По-моему, я улыбнулась уже тогда, когда мы уехали в эвакуацию. Может быть, раньше. Нет, когда мы были уже в Жихареве.